Всем привет, дорогие друзья! Как вы уже поняли из названия ролика, мне написал благотворительный фонд с просьбой приехать и поздравить детей из онкологического центра с Новым годом. Я с радостью согласился. Помимо этого, я подумал, а что если позвать кого-то из блогеров или тиктокеров, которые более известны среди детей, и записал обращение. Кстати, всех, кого я звал, вы можете посмотреть у меня в инстаграме. Я надеялся, что кто-то поддержит мою идею, но никто не отреагировал. Хотя одни ребята все-таки откликнулись. Ну а кто согласился, вы увидите чуть позже. Ну а сейчас мы отправляемся в магазин собирать подарки детишкам. Погнали! Друзья, сейчас заходим в магазин для того, чтобы закупить подарочки. Должен быть вот этот полный мешок для детей. Что, наверное, друзья, детям больше всего охота? Сладкие подарки, наверное. Думаю, так. Так, наверное, нужно зацепить каких-нибудь лопушечек. Разных давайте возьмем. Хуп, есть. Достаточно, наверное, да? Ребят, очень понравились мне вот эти тигры. У нас же получается сейчас год тигра будет. И вообще клевая сама по себе игрушка. Такие игрушечки детям очень понравятся. У каждого будет по такому тигру. Не, клевая же игрушка. Сколько ты считаешь? Я сбился. Ох, что-то не лезут они. Надо тележку, наверное, брать. Сейчас за тележкой сгоняю, приеду, ребят. Будьте пока тут. Врываемся. Так, сколько я считал, не помню? Ну, давай еще парочку возьму. Сейчас выбираем сладкие подарки. Хочется взять такое, чтобы было символом 2022 года. И чтобы было вкусно, сладко и празднично. Я думаю, вот это вот подойдет. Конфетки получается еще. Все, ребят, мы затоварились. Не, хороший тигр, прям такой. Всем привет, меня зовут Тигр. Я символ 2022 года. Кстати, ребят, хотел сказать то, что очень много подготовлено всего интересного в предстоящем году. Будем удивлять вас новыми проектами, новыми масштабами. Я думаю, вам будет это очень интересно, поверьте мне. Чик-чик-чик. Вот такая, ребят, гора подарков получается для детишек. Хлопушечки. Ну, взяли специально немного и маленькие, чтобы особо не распугать детей. Спасибо. Все, гоним отсюда быстрее. А сейчас отправляемся, собственно, к детям. Погнали. Ну, немного меня сейчас подписчица украла, но я вернулся. Тележкин дрифт, ребят. Врываемся вот так вот к детям, ребят. Друзья, ну что ж, приехали мы сейчас в центр. Начинаем подготовочку. Сидим сейчас в подсобном помещении. Ждем наших тиктокеров. И будем, наверное, потихоньку начинать. Друзья, вы, наверное, знаете то, что я постоянно занят съемками контента. Но когда у меня есть свободное время, я беру телефон и запускаю самый крутой мобильный онлайн-экшен. Хроники Хаоса. Здесь более 50 бойцов с уникальными способностями уже готовы встать плечом к плечу и покорить Доминион. Для начала вам предстоит отправиться в увлекательную сюжетную кампанию из 130 миссий, где вы будете побеждать боссов, открывать сундуки с золотом, качать своих героев и грамотно их комбинировать. Далее откроется еще 5 крутых режимов игры, где вы можете призвать могущественных титанов или сразиться в бесконечной башне, в которой можно получить крутой буст для персонажей и отправиться наводить шороху на PvP-арене. Мне это нравится больше всего. Вы можете создать или вступить в гильдию, чтобы драться против других реальных игроков за топ в рейтинге. Кстати, дружный комьюнити людей в игре, которые общаются и делятся секретами игры, перевалило за 4 миллиона, а всего в Хроники Хаоса рубится уже 100 миллионов игроков по всему миру. С
Скачивайте игру прямо сейчас и забирайте команду из 5 топовых героев. А кто 5-й, узнаете, зайдя в игру. А еще получите 62 изумруда и 30 тысяч золотых монет. Хроники Хаоса доступны как для смартфонов, так и в веб-версии. Сканируйте QR-код и качайте игру по ссылке в описании. И покажите архидемону, кто здесь чемпион. Начинайте играть, увидимся в Хрониках Хаоса. Друзья, сегодня я буду не один. На помощь я решил позвать ребят. И сейчас я вас с ними познакомлю. Знакомься. Всем. И Настя. Привет, здорово, Настя. Здорово. Это очень крутые ребята, которые пришли сегодня помогать нам. Так что обязательно, ребят, не забудьте подписаться на них. Да бросьте, нормально. Главное, кайфаните от видоса, который вы сейчас увидите. Я думаю, получится... Душевное, это самое главное, чтобы люди какими-то эмоциями, да? И чем-то в голове у них что-то начало новое работать. Тогда пойдемте готовиться, ребят. Погнали. Пойдем. Надеюсь, мы сейчас увидим лицо. Друзья, к моему великому сожалению, большинство блогеров и тиктокеров, которым я писал, отказались мне. Я прям записывал обращение в Инстаграме. К сожалению, так получилось, что все отказали. Ну а, собственно, сейчас мы спросим у ребят, почему они решили приехать и сделать этот маленький праздник? А почему вы вообще решили сегодня приехать? Насколько мне было известно, у вас были сегодня, ну, важные дела. Просто жизнь, она у нас одна, по сути. И нужно не то, что кайфовать, нужно дарить людям тепло. И, в принципе, чем больше ты даешь, тем больше возвращается к тебе. Но об этом не надо думать. Я прям мечтала приехать и поддержать детей. Вот, так что, не знаю, даже другой мысли не было не приехать. Они же будут улыбаться, это для них самое главное. Да, да, это очень круто. Что для детей главное? Эмоции и вера во что-то, неважно во что. Да. То ли это какая-то религия, то ли вера в себя, то ли вера в какую-то вселенную. Просто... Деда Мороза. Жить даже становится легче, когда веришь во что, это самое главное. Деда Мороз, да, Дед Мороз крутой у нас. Подарочки уже готовы. Скоро к нам дедушка Рашид подъедет. Потому что, ну, сами понимаете, какой Новый год без деда. Тем более он сам говорил, очень хочет попробовать отыграть эту роль. Ну что ж, дадим ему свободу действий. Готовимся, ребят. Скоро наш выход. Ну что, друзья, с вами Дед Рашид. И сегодня мы будем делать вместе с вами праздник детям. Так что, погнали! Так, друзья, дедушка... Уже готов врываться на сцену. Дедушка очень старый. Дедушка, я могу помочь рюкзак. Ну, не надо, справишься. Мы начинаем наше поздравление. К нам приехали ребята из XO Team. Их зовут Тим и Настя, тиктокеры, встречаем. Как ваше настроение? Заждались, наверное, уже, да? Да! Мы тоже. Приятного вам аппетита, кушайте, веселитесь тут, да? Да, присоединяйтесь. Спасибо. У нас Снегурочка есть, где Дед Мороз? Да, ребята, надо Дедушке Морозу нам что сделать? Как нам позвать, конечно. А как его надо звать? Дед. Громко, громко. Дед Мороз! Друзья, в этот раз мы решили сделать детям настоящий Новый год. Для этого мы пригласили дедушку Рашида, который играл настоящего Деда Мороза. Дедушка, посмотри, какие у нас тут ребята. Привет, дедушка. К вам я сильно торопился и немного заблудился. Наконец приехал я. Здравствуйте, мои друзья. Здравствуйте. О, какие все красивые, заряженные добром, ребятки. Как у вас настроение? Расскажите мне. Хорошо, детишки. Красивые, красивые все. Так. Ой, так, присаживайся, дедушка. Ой. Загадки. Устал, дедушка, долго шел к вам. А давайте начнем, знаете, с чего? С загадок, наверное. Давайте загадки. Давайте, и вы поможете, да, дедушка? А вы готовы к поможем. Загадкам? Будете отгадывать? Да! А что дедушка будет за то, что кто угадает загадку? А давайте подарочки. Подарочки. Будут, конечно, будут. Подарочки будут. Красавица лесная, зеленая такая. Украшена игрушками, гирляндами, лопушками. Вот мальчик был первый в красной рубашечке. Давай.
Правильно. Иди сюда, пожалуйста. Молодец, молодец. Как тебя зовут? Привет, как тебя зовут? Стёпа, держи это тебе. Стёпа, молодец. Ну что, вы готовы ко второй загадке? Да. Слушайте. Они в воздухе кружатся, на ладони к нам ложатся, невесомы, как пушинки, и забуты... Снежинки! Молодец, малец! Молодец! Каждый раз под Новый год нас сюрприз под елкой ждет. В банте и бумаге яркие новогодние! Вот, мальчик красный был самый первый. Слышал, было, было. Молодец. Молодцы, ребятишки, молодцы. Молодцы. Так. Дедушка Мороз, ну ребятки засиделись, они тебя так долго ждали. И хотят они потанцевать с тобой. Хоровод с нами встанешь? А давайте. А мы вокруг тебя. Хоровод все водить. Как вы, ребятки? Ребятки, выходите, кто может, да, давайте к нам скорее вокруг. Хоровод. Привет. Привет, детишки. Опа! Вот так вот. Пойдем, пойдем. Пойдемте, ребятки. Поехали. Родилась елочка в лесу, она росла. Зимой, летом стройная, зеленая была. Какие вы молодцы. Садимся на свои места, у нас дальше праздник продолжается. Мы загадывали загадки, водили хоровод, и дети рассказывали нам стихотворение. За это они получали сладкие призы. Женечка, это тебе. Смотри, какой тебе тигр. Держи. Сладенький подарочек. И вот тут еще куча всего. Куча, много-много. То, что ты хотел. Хватай, хватай, Женечка. Я Степа, пишу деду Морозу письмо. Хочу, чтобы исполнилось Мияну. У дедушки этого я попрошу, чтобы он за мою проблему мою. Молодец. Ура! Молодец. Ура! Молодец! Как звать? Держи еще. Степа, я тебе еще тоже. Спасибо. Держи, Степан, Степан. Давай фотографируем дедушку. Давай дедушку. А, фотографируем, да? Нам подарки принес. Приходи на Пасху есть, пару детей. Как звать тебя, Валер? Владик. Владик, молодец, Владик, похлопай Владику. Владик, тигр. Прости. Все тебе. Давай, вот это, а это маме дадим. Молодец. Под солнышком росла и на праздник к нам пришла. О, Татьяна, молодец, Танюша. Подарочки тебе. И сфотографируемся, давай. Супер, Танюша. Молодец, молодец. Огоньки сбегают ввысь. Блещут золотом хлопушки, серебром звезду зажег. Добежавшись до макушки, самый смелый огонек. Ура! Молодец, молодец, молодец. Вот еще, смотри, вот еще. Очень красиво читаешь. Спасибо. Что только раз в году на елке зажигают прекрасную звезду. Отлично, отлично, Новый год. Похлопаем все вместе, друзья. Подарочек. Подарочек, подарочек. И фотографию. Молодец. Да, я вообще, у меня улыбка не сходила. Вот иногда на мероприятиях я стараюсь улыбаться. То есть мне не хочется улыбаться, и не уже такая улыбка, ну, типа, падает, и приходится держать. А тут я улыбаюсь, и, ну, не получается по-другому. Типа, прям смотришь и только улыбаться. Детки Милоники, у каждого своя история, это круто. Да, я да. Я вам хочу сказать так, что я написал вообще многим тиктокерам, и хотел, чтобы они вписались в это вообще мероприятие. Но, как печально не звучало бы, многие отказались. Точнее, все. Это странно, конечно. Но так, для меня это как-то очень странно. Почему так произошло? А вы крутые оказались. Ну, каждому в мире найдется свои люди, поэтому не, даже да, не расстраиваться, страшно. Бывает такое. Мы здесь, вот. Отлично. Во время выступления также Тим решил исполнить свою авторскую песню. У нас вот Тим приготовил песню поздравления. Рваные форсы напомнят о тебе, ведь наши старые фотки форсят везде. Подарил тебе сердце, ну где оно, где? Ты даришь поцелуи, но только не мне. Мои рваные форсы напомнят о тебе, ведь наши старые фотки форсят везде. Подарил тебе сердце, ну где оно, где? Ты даришь поцелуи, но только не мне. Мои белые-белые форсы
наши темные чувства. Никогда я не думал, что кроссы сделают на душе пусто, знаешь. И сколько бы я ни завязывал нашу любовь, ты та, что развяжет самый крепкий узел вновь. Ну какой я дурак, что к тебе привязался. Мы лучше коллаб, нам нельзя расставаться. Ты можешь грустить, только не в одиночку. Я ставлю запятую, и на этом точка. Мои рваные форсы напомнят о тебе, ведь наши старые фотки форсит везде. Подарил тебе сердце, ну где оно, где? Ты даришь поцелуи, но только не мне. Мои рваные форсы напомнят о тебе, ведь наши старые фотки форсит везде. Подарил тебе сердце, ну где оно, где? Ты даришь поцелуи, но только не мне. Без сердца, ну где оно, где? Ты даришь поцелуи, но только не. Ура! Хорошо, хорошо. Молодцы, молодцы, Дедушка Мороз. Ну, наверное, продолжим вручать подарки. Давайте. Держи. Конверт, ура! Тебе. Держи. Держи. И вот такой держи. Подарок самый большой. Давай, конечно. Давай. Давай, Максон. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Здорово, Тимур. Как дела? Давай. У тебя такой хлопчик. Большой подарок. Раз. С Новым годом у тебя. Давай, сфотографируемся. Да. Давайте. Привет. Так, главное сразу фото. Да, вот. Ура! Ура! Всем ура! Похлопаем. О! Аж посох у меня разломался уже. Ну, от вашей... Тебе угощение несут. От вашей энергии. Угощение о. Несут. Спасибочки. Спасибо. Как звать? Анна-Мария. А как? Анна-Мария. Ой, Анна-Мария. Какое чудесное имя. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья. И главное, чтобы ваши все мечты исполнились. Желаю от всей души. Брат, спасибо. После чего наше мероприятие подошло к логическому завершению. Могу сказать, то, что дети были в огромном восторге. Меня зовут Тим, это Настя. Хотим пожелать всем зрителям канала и всем людям, которые знают русский язык, потому что мы сейчас будем говорить по-русски. Вас с Новым годом! Логично! Самое главное, о чем мы уже говорили, это нужно чаще улыбаться, и позитивные мысли, и в принципе смех продлевает нашу жизнь, и у вас начинает по-другому все работать. Вы начинаете не замечать какие-то проблемы, потому что их не существует, если задачки решаемы. Если вы знаете проблему, точно можете ее описать, то значит проблема уже решена на 50%, между прочим. Поэтому улыбаться самое главное, верить во что-то. И меня знаете, зовут Настя. Я хочу вам сказать, пожелать здоровья и счастья. Вот счастье прям самого простого, самого человеческого. Чтобы вы каждый день просыпались и понимали, что у вас все хорошо, что вы идете по плану своей жизни, что вы уверены в завтрашнем дне, что вас окружают ваши люди, друзья, семья. Что у вас все хорошо. Вот этого я вам желаю. Да, вот научитесь добывать счастье в простых вещах и обзаведитесь крутыми друзьями и теми людьми, которые вам помогут в жизни. Это самое крутое. С Новым годом! Друзья, я очень рад, что нам удалось устроить такой праздник для детей и подарить им радостные эмоции. Ведь для них это очень важная поддержка и вера в чудо. Я очень надеюсь, что наш визит поможет их выздоровлению. А вас, дорогие зрители, я хочу поздравить с наступающим новым 2022 годом. Как обычно, накануне Нового года мы подводим итоги и ставим цели на следующий год. Пусть все ваши заветные желания сбудутся, ведь чудо происходит там, где в него верят. Желаю, чтобы следующий год был наполнен только победами. Я знаю, что вы способны на многое. Главное желание – и вера в себя. Пусть все невзгоды останутся в уходящем году.
А Новый год начнется только с радостных и ярких эмоций. Желаю всем разделить этот чудесный праздник в кругу самых близких и дорогих вам людей. Цените тех, кто находится рядом с вами, помогает и поддерживает в любых начинаниях. Не бойтесь творить добро, ведь оно к вам обязательно вернется. А я постараюсь радовать вас новым контентом. У нас в плане много различных проектов, от которых вы будете просто в шоке. Еще раз с наступающим Новым годом. Всем добра и всем пока.